Всем привет, ребят, с вами Джейкоб, и да, я наконец-то решил поиграть игрушку, которая уже довольно-таки даже немножко уже и устарела, так как и она как бы вышла, ну как вышла, собственно, ее, можно так сказать, запустили еще 3 месяца назад, но, впрочем, это не важно, потому что игрушка довольно-таки веселая, и называется она Bed Wars. Это почти Skywars, только Bed Wars. То есть, там такая суть, как бы, что вам нужно уничтожить кровать, собственно, вашего противника. Есть несколько команд, а точнее, 2 команды. Хотя есть и такие режимы игры, как на 4 командах и разное такое вот, собственно. И там нужно убить просто, точнее, разломать кровать противника. Вот, и желательно убить всех игроков. Ну, в таком случае побеждает ваша тима, ваша команда. То есть, довольно-таки веселая игрушка, собственно, я ее только один раз поиграл, и моя команда выиграла сразу же в первый раз. Вот, собственно, вот так вот. Ну, думаю, что вам понравится, и вы влепите лайк. Да, обязательно лайк, это прям просто обязательно, ну это серьезно, это секунды дела, просто немножечко промотайте страничку вниз и нажмите лайк. Собственно, это не трудно. Спасибо. Погнали. Окей, собственно, ребят, давайте поиграем поначалу. Ну, где 2 команды, потому что... Я не знаю, так-то даже прикольнее. Ну а потом, где 4, то есть, чтобы еще веселее было. Я не знаю, как получится поиграть, но, собственно, увидим. Да, увидим. Так, чтобы у меня не лагало, я поставлю, как всегда, настроечки под настрою, как нужно. Так, надеюсь, ком сильно не шумит, в принципе. Думаю, что и музычка хорошо слышно. Окей, ну, собственно... Ждем начала игры, еще сколько, 30 секунд осталось, собственно, ну это можно уже подождать. Да, игрушка уже можно реально сказать, что довольно-таки уже и старая, потому что сколько уже, больше 3 месяцев даже прошло, как ее как бы запустили. Вот, да, кстати, IP этого сервера в описании, сервер на лицензию, в принципе, даже IP можно легко запомнить, GOMMEHDNET. Как-то так, если я не ошибаюсь. Так, ну что же, сколько? 3, 2, 1, погнали. Так, ага, 4 команды, но по 2 игрока в каждой. Окей, собственно, вот какая суть. К нам плывут кирпичи, да, которые нужно собирать. И за них можно жителю купить себе, за них можно какие-то... вещи, например, блоки или что-то тому подобное. То есть такая интересная идейка. Не знаю, почему именно кирпичи, возможно, это шоколадки. Я не знаю, что кому в голову придет, видимо, может какая-то фишечка в этом есть, не знаю. Так, думаю, этого хватит. Так, вот житель. Собственно, поначалу нам нужно нашу кровать, собственно, обустроить, чтобы ее никто не разломал. Вот наша кровать, нам нужно ее защитить как можно сильнее, чтобы если вдруг все-таки проберется кто-то на наш вот этот островок, чтобы пока кто-то ломает, чтобы мы с моим тиммейтом успели перебежать и убить его. Но это бывает иногда трудно. Да, все-таки. Окей, этого за мало все равно. Блин, мой тиммейт уже... Вот топук. Это... Я кто вообще? Я желтый или как? Блин, сколько кирпичей. Так, давайте теперь будем экипироваться. Так, палочку возьмем. Потом... What the fuck? Офигеть. Офигеть. Да, это жесть просто. Видимо, кто-то уже как бы сделал лук. Ну, давайте посмотрим, как будет игра развиваться. Если я не ошибаюсь, я... Или мою кровать сломали. Я точно не знаю, потому что, ребят, я вообще в Bed Wars играл только один раз. Так, где наша кровать? Нет, по-моему... Да, по-моему, мы желтые были, я уже даже забыл. Да, кстати, на главном островку здесь как бы выпадает золото. А за золото уже можно
вещи в жителя получше обменять. Там, например, какую-то бронь уже железную, но, соответственно, нужно большое количество золота, где-то 10 золота. Вот. Ну и же за железо также. Окей, где я не вижу, где наш островок желтый. Это зелен. А, точно, нас же уничтожили. По-моему, вот. Наш островок, да, ну. Да, нас уничтожили. Сломали просто здесь, блин. Как-то я затупил, правда. Нужно было какие-то другие блоки взять. Собственно, что же. Сколько? Один из красной команды остался, два из зеленой и два из синей. Все, уже красные вообще нету. Собственно, теперь только синяя против зеленой. Да? Да, все правильно. Окей, давайте уже посмотрим, кто здесь победит. Тогда. А где это? Какая команда? Это синяя. Блин, здесь все время, когда приближаюсь к игроку, отбрасывает. Видимо, так нужно. Чтобы там не подсказывали или еще что-то. Ладно. Ну, собственно, какая команда? Зеленая команда выиграла. Ну, неплохо играли ребята, я бы сказал. Поэтому давайте еще одну игру. Теперь зайдем на какой-то... Блин, опять та же самая хрень. Вот самое проблематичное, наверное, на этом сервере, именно с Bedwars, это зайти на какое-то лобби с игрой. Наконец-то. Ну, та же самая карта, впрочем-то, не важно. Главное, как будут развиваться события игры. Это самое интересное, а не какая карта, в принципе. Просто это, насколько я знаю, сервер немецкий. И, блин, вот здесь просто нереально зайти сразу. Так, еще нужно 4 игроков подождать. Ну ладно, что уж там. Вот реально, вот я только что, если честно, я 10 минут пробовал зайти на нужный, на какой-то хотя бы сервер. Меня тупо то ли выбрасывало вообще с сервера Гоммы. Вот этого, в общем-то, IP которого в описании. Вот, я не знаю, каким образом, но здесь это просто невозможно зайти сразу в игру. Я не знаю, это какие-то просто победители по жизни могут сразу с первого раза зайти. Я только что потратил 10 минут своего времени, чтобы зайти на какой-то долбанный сервер, в какое-то долбанное лобби. И сейчас, если меня еще выбьют из игры, то я не знаю просто. Я просто психану и не буду это вот записывать. Правда. Это еще ничто. Я так не записывал проблематично, как этот Bedwars. Hunger Games нормально. Skywars нормально. Splag нормально записывал. TNT Run тоже нормально. Потрепал нервы также нормально таки. Но все равно нормально заходил на сервер. Но вот этот... Гомме HD, этот .net, этот сервер, это, наверное, самый проблематичный среди всех. Я его не осуждаю, в принципе, вообще сервер хороший, игра хорошая, хорошая затея. Но, блин, ну это просто жесть какой-то, невозможно нормально зайти на сервер. Окей, мы у нас желтая команда, и у нас 3 игрока, это что за несправедливость такая? У всех 4, у зеленых вообще 2. Впрочем-то, неважно, ладно. Ладно, в принципе, мы, так скажем, среднячки между сильными и слабыми. В принципе, так. Окей, где у нас здесь житель? Сколько еще? Давайте поначалу броньку. Бронька это обязательно. Здесь уже пошли дорогие эти самые. Так, блоки. Нам нужно побольше блоков. Блин, вот такие уже не получится сделать. Ладно, что есть. Давайте еще блоков наделаю. Вот таких вот эндерняк или как там? Камень эндера, я не помню, как он называется. Где наша кровать? Блин, что ж такое? Где наша кровать? Где-то она здесь. По-моему, она где-то должна вот здесь сзади быть. Что это такое здесь? Вообще не пойму. Блин, где наша кровать? Я должен ее закрыть, чтобы ее не разбомбили нам сейчас. Вау. О, железка.
О, сейчас сделаем какую-то крутую. О, меч. Как же я забыл за меч? Ну, хотя бы какой... Давайте я два сделаю. Так, окей. Значит, собственно... Где наши кровати? Я таки не... Вот он. Вы что, вообще даже не защитили? Ну, вы даете, ребят. Это думал... Нет, это, по-моему, ломать нельзя. Не буду рисковать, а то еще меня мои тиммейты просто сожрут и заматерят по-немецкому. Я не знаю, как они там умеют. В общем-то, да. Окей, надеюсь, хотя бы эту игру, ну хотя бы эту игру затащим все-таки как-никак. Я надеюсь. Просто максимально обставлю блоками. Все. А кстати, я не надел бронь. Давайте. Эту я. Блин, еды, точно. Нужно много еды. О, супер. Еды. Вот сейчас я кучу яблок себе сделаю. На, держи. Покушай. Так, это наш. Хорошо. Собственно, вроде пока что никто еще никого не убивал. В принципе, вся игра впереди, что ли, тогда. Ладно. Давайте я немножечко еще блоков сделаю все-таки, чтобы уж наверняка, чтобы уж... Все, хорошо. Хотя бы как-то уже яблочки, окей. Лук, вот, лук это то, что нужно, но, блин, золота нету. Да, кстати, у меня же есть железо, да? Вот, я сделаю себе нагрудник, у меня нагрудника как раз-таки нету. Зельки, блин, я мог сделать эту зельку, хотя, нет, ладно. Кирку, о, да, кирку это то, что нужно. Блин, зачем я столько сделал? Ну, ладно. Окей. Это наш, этот ветряк, что ли. Ладно, побежали тогда. Драться с кем-то. Вот там синие бегут. Вообще шикарно сейчас будет экшен. Блин, подойдите-ка сюда, ребята. Воу, ты что? Ой-о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 й
несколько раз можно еще возродиться у себя на острове. Я не знаю, сколько раз, сколько жизней как бы есть. Но это хорошо, что можно продолжить игру, несмотря на то, что тебя убили. Блин, опять это все дело. Ну, ненавижу. Одна палочка. Ой! Отдай. Мне нужна бронь. Хорошо. И еда. И еды нужно. Полно. Да, кстати, еще неплохо бы мне одну палочку сделал. Давайте две пусть будет. Блин. Ладно. Окей. Ну, собственно, вот кто-то там ходит. Это, по-моему, не наш. Хотя настрое здесь, значит, это не... Вау, железка. Ты что выбрасываешь с железкой? Оно уже ценное в этой игре. Давайте меч я получше себе сделаю. Ладно. Давайте такой пусть будет. Собственно, вот так, посвободнее, чтобы было. Блин, железка. Окей. Значит, они сделали лук. Да, кстати, сколько лук? Три железа. Три золота. Ясно. Лестница это. Хорошо. Ну, в принципе, думаю, что нормально экипировались. Мне бы это самое... О, так я могу сделать. Отлично. Отлично. Хорошо, я не знаю, как будет развиваться сейчас эта игра, но я уверен, что наша Тима, она просто должна затащить. Просто должна. Что это? Кнокбэк, это отбрасывание или что? Я что-то забыл уже совсем. Ладно.
Блин, там кто-то стрелять сейчас будет. Я тем временем я все-таки буду хранить нашу кровать все равно. О, здесь уже кто-то ее просто обложил со всех сторон. Хорошо, чувак, молодец. А, это нельзя ломать, ну ладно. Чтобы еще здесь не прокрались и сейчас не сломали. На всякий случай. Все-таки нужно, чтобы уж наверняка. Фух, окей. Кто у нас там? Вау, сколько всего. Луки, блин, здесь все... Блин, еще стрела, она жесть дорогая. Infinity это, по-моему, бесконечность. Да, видимо. Так, кто-то там упал уже. Из какой тимы сейчас посмотрим по этому счетчику. Наверное, возродился или что там. Я не знаю, как это работает, эта система. О, здесь золото выдают. Ага, вот как. Значит, я сейчас себе сделаю лук. Вот, еще здесь золото одно. Супер, пацаны, спасибо. Окей, ага. Вот, отлично, вот это уже дела. Я с луком возиться люблю. Так, видимо, это будет длинная игра, но, впрочем-то, да ладно. Вот кто-то там ходит. Блин, нужно выше брать. Как-то вот. Нет, он туда побежал. Ладно, ладно. Пока что немножко ускорюсь. И когда будет что-то интересное, обязательно вам сообщу. Так, собственно, ребят, продолжаем. В принципе, за это время особо ничего интересного не произошло. В принципе, я бы сказал, это довольно-таки потная катка, потому что действительно тяжело их побороть, собственно. Сейчас экипируюсь опять, то, что я не люблю делать как раз-таки. Окей, у меня есть, да, у меня есть. Теперь бы еды. Да, еды всегда здесь хватит. Так, штанишки. Окей, хорошо, пока что все хорошо. Мне бы меч получше. Где-то вот так 5 золота. Блин, мне еще не хватает золота. Я иду сюда за золотом. Оно здесь есть, надеюсь. Блин, да ну, неужели? Да, это будет долгая игра, видимо. Наверное, третью катку я уже играть не буду.
Все-таки, как по мне, эта игра. Неплохо держимся все-таки пока что. Только два раза меня убили. Окей. Лук. Да, лук, я помню. Ладно, не буду делать меч получше. Пока что будет лук. Да. Вот, железка. За железку можно что-то интересное. Какой-то хороший мечик взять, наверное. Ну как хороший? Тот же самый у меня сейчас есть, думаю, что мне не нужно будет. Хорошо. Значит, такс. Странно, что никого еще не убили. Реально странно. Чувак, ну куда ты лезешь, Альберт? Куда? Ну хотя бы экипировался бы. Столько там здесь этих самых. О, я знаю, кого я сейчас убью. Блин, пора бы сматывать обратно. О. Здесь опасно находиться. Так, это наш, хорошо. Веселая игрушка. Не спорю, веселая игрушка. Но чтобы попасть в игру, нужно, блин, как минимум 10 минут своей жизни потратить, пока... Опа. Блин. Он сейчас стрелять начнет. Фух. Так, блин, ну, вот не понимаю, ну, вроде как, вот я тоже новичок, но я хотя бы смотрел видео ютуберов, знаю, как играть, ну, куда он лезет, куда? Пошел отсюда, ты кто такой вообще, до свидания, давай. Так, что у меня за шум такой, неужели сосед сверху опять начинает ремонт, когда я снимаю видео, жесть, просто жесть, ребят. Ненавижу своего соседа. Один снизу учится на трубе играть. Да, представьте себе. Второй сверху перфоратором сверлит. Такая веселая семейка соседей. Сверху, снизу, прям... Не знаю, просто. Ладно, чё уж там. Да, блин, какая же это длинная катка. Ой, ты свой. Тьфу, не пугай меня так, а то я что-то... Уж забоялся уже. Ладно. Блин. О, ну нафиг. Ну нафиг. Их там двое. Давай, помогай, чувак. Помогай. Давай, помогай. Давай. Пошел отсюда. Блин. Блин, отойди, чувак. Блин. Так, нужно регениться. Такс. Долго это играть, вот в Bed Wars, в Skywars я бы уже давно эту катку выиграл или наоборот проиграл, но... Эй, что за фигня, кто меня стреляет тут? Ох ты, 40 железа, офигеть, я же могу нормальную броньку себе сделать, вот такую. Блин, забрал железо, чувак. Ладно, в принципе, вот этого железа мне хватит на бронь, насколько я, как мне кажется. Вот она самая крутая, которая только есть. Блин. Все. Так. Мне бы еды какой-то получше, а то надоело уже давиться. О, отлично. О, золотое яблочко это вещь. Это вещь. О, наконец-то этот чувак экипировался хотя бы как-то. Давай, чувак, погнали, вдвоем легче будет. Блин, вот этот задрал меня с луком. Вот они там сидят и стреляют. Фук. Вот зеленый, вижу зеленого. Красный бежит сюда. Воу, это кто меня так? Блин, ну задрали с лука валить. Блин, чуваки, ну... Ёп. Кто это? Это зеленый. Это зеленый. Это не синий. Хо-хоу. Да. Эй, железо дай мне, чувак, мне не очень нужно. Ладно. Блин, зачем мне столько шлемов? Зачем я это сделал? Бронь. Да.
чуть-чуть положу много, вот так легче. Ладно, хорошо. Значит, сколько? Одно железо нужно, по-моему, для нагрудника. А, железо, вот именно железо. О, супер. Фух, блин, что ж так... О, зеленых уже уничтожили. Так, ага, ребята, я, кажется, понял. Чтобы убить кого-то, нужно сначала уничтожить их кровать. Вот в чем дело, видимо. Да. А потом уже можно убивать игроков, и они не будут, типа, восстанавливаться. Ну, то есть, возрождаться, вот. Забыл просто слово. Два яблочка. Вот, как по... точнее, два золота. Вот. Яблочко — это вещь полезная. Пригодится. Нужно убить этого зеленого, и уже с зелеными будет все покончено. Да. Окей. Да. Воу, какая здесь жара. Жара прям такая. Жесть, просто какая жара здесь. Давай, 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 давай. Я знаю, что я слишком громко это все делаю. Просто жесть, просто. Уже надоело, правда. Так, я не буду жрать сейчас яблочко золотое. Я лучше что-то получше здесь. Куплю лучше уже обычное яблочко. Целый стак. Хорошо, собственно, чтобы это слишком долго не тянулось, я опять-таки ускорюсь. Все-таки я чувствую, это будет как минимум на полчаса, поэтому я все-таки ускорю. Думаю, и вам приятнее смотреть, и главную суть увидите в ускоренном режиме. Не нужно вот так вот долго это все смотреть. Я знаю, насколько это бесит. Блин, ребят, ну это просто мега эпик игра, правда, вот почти, еще немного бы и мы бы убили, но, блин, печально, конечно, то, что меня убили, но давай, желтый, я в тебя верю, давай, где ты там, Роберт, где ты там у нас, давай, чувак, я в тебя верю. Давай, 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 давай. Сколько у него хп здесь не показывает, по-моему. Нет. Блин, ну слушайте, это эпично. Все-таки синие слились, красные слились. У них было 4 игрока. И вот, собственно, желтые. То есть мы, у нас было всего 3 игрока. Один, опять-таки, слился. Но, блин, все-таки мы держимся. Блин, ну это достойно лайка, ребят, правда. Вот. Если будет много лайков, ну хотя вряд ли, но возможно, все возможно, то я, возможно, еще буду снимать Bedwars.
конечно, эта игра, так сказать, потная. Здесь долго нужно иметь терпение, чтобы победить. Но, что ни говори, а все-таки это эпично, эпично, когда вот почти побеждаешь. Блин, печально, что меня убили. Я не заметил, откуда он стрелял, но это было круто, очень круто. Блин, знал бы я, что он здесь сидит, я бы его убил как-то. Но, да, неудачно я сходил. Давай, желтый, я в тебя верю. Роберт, давай. Не знаю, как по-немецки будет. Роберт, давай, жги, но все-таки... Да, это круто, конечно. Где он? Здесь. Ага, вот. Давай, чувак, давай. Нет, не беги, давай. Все-таки досмотрю уже эту игру. Давай, стреляй в него. Блин. Давай, стреляй. О, вот сейчас самая эпичная битва, самый экшен как раз в самом конце. Это просто мега эпик, да. Ну, чувак молодец все-таки, как-никак. Да, ну и я, естественно, там крутился, вертелся как мог, но... Да, самое плохое это когда стреляют, но ты не знаешь откуда. Такие дела. Блин, долгая игра, очень недолго, длинная очень игра, и правда. Все-таки, что ни говори, но прикольная игрушка, да. Давай, желтый, где ты там? А, зря я это сделал. Ну и кто выиграл? Блин, чувак, ну, да. Это, конечно, было эпично, но почти желтые победили. Все-таки столько экшена, это получше Skywars в любом случае. Да, все-таки это было круто. В общем-то, на этом все. С вами был Джейкоб. Думаю, вы влепите лайк за эпичную игрушку. Все-таки как-никак, но мы держались, очень держались и как могли. Игрушка очень клевая, возможно, буду играть в свободное время. Собственно, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.